зарисовка. Я так хожу по садам. Этот сад я отслеживаю в течение 31 года. Или уже 32 года. Вот, потому что мы садили одновременно. Я садил. Вот там мои деревья. Видите, вон какой высоты. Точно такие же деревья тут. Ну, про орех манжурский мы говорили. А про яблони я еще ждал чего-то. А чего? Посмотрите, какой прекрасный белый налив, который, возможно, еще и папировка. Интересно было спор двух ученых со степенями, которые не могут до сих пор определиться. Я их понимаю. Время идет, сорта меняются. Вот. Но я здесь не из-за этого. Это еще молодые деревья, они были посажены чуть позже. Вы догадаетесь, с кем и почему. Вот. Я называю Жигулевская королевой сада, вот она Жигулевская. А зацепило меня то, что я показывал, видели в других видеофильмах, видели в статьях, фотографии видели от этих деревьев. Вот это снято, а вот еще будут снимать только. И это зарисовка только потому, что начиная вот таких полуяблочек, от таких вот полуяблочек, как у нас принято называть, не полукультурка, а полуяблочки. Прекрасная, кстати, вещь. Можете считать ее ранецкой. Самая крупная выглядит вот так. И очень вкусная. Вот такие мы садили с соседом 32 года назад. Вот. И вот до таких скромных сортов в то время питомники продавали именно такие. И с тех пор и до сих пор, нет, не с тех пор, а с тех пор, когда поменялись хозяева, это участка, их стали есть только одни коровы. Только один год я их, это сказал, привел к ним скупщиков плодов. И 200 ведер с этого участка небольшого, вот все там, совсем небольшой садик. 200 ведер было продано скупщикам по 50 рублей ведро. Включая вот такие прекрасные вещи. Вот это вот еще, я до сих пор не знаю, какой это сорт. Но тоже хороши, зато я знаю вот этот сорт. Это у нас Ретмелба Канада. Вот она. Тимош, подними яблочко, помоги деду. Нет, не это, вот то красивее. Вот это подними. Вот это? Да, ты тоже попадешь. Помнишь, как ты сказал, меня уже знает вся страна. Повторил мои слова, да? Вот. Тебе и дальше будет знать. Вот видите. Ретмелба Канада. Я сегодня этот маленький сюжет добавляю к очередному видеофильму, только потому, что когда я спросил Кристина, вы эти тоже, что ли, кормите коровам? Вот, сортом, который я называю король сада. У нас он так хорошо пошел. В наших садах он дает до 30 ведер дерева. Это то, что мне докладывали. А у меня личный рекорд 64. Дерево, 4 ведра. Вот вам и приятного аппетита, коровы.